ну будет, довольно. Ненадолго ж я вернусь. Забудьте нас, Лукиса. А вы в самом деле воюете? А то как же? И вы умеете стрелять? Ну, понятно. По-настоящему. Вы пулеметчики. Подтянись, подтянись. Вашему эскадрону приказано прикрывать отступление. Понятно, держай. Он у них самый главный. Выставить на окраине пулемет. Есть. Как другой пулемет? Чинят. Поторопи. Есть. Дядя, это вы отступаете? Воюем. И долго думала, нашла, что спрашивать. Ведь это тайна. Ну что ж, такое дело вышло. Надо. Ничего, мы ненадолго. А вы, ребята, держитесь. Мы скоро вернемся. Мороз! Йоу! Дядя командир, а с кем вы теперь воюете? Опять с Деникиным или с немцами? Товарищ командир, приказано было явиться? Вот что, Мороз, нужно детям муки достать. Ты ведь села знаешь. Я покажу. Я, правда, из соседнего села, да и здешних тоже знаю. Сколько? Ну, сколько на тачанку взвалишь? Есть, товарищ командир, раз хватает. Бубыря? Поздно и в бубыря. Хлеба у него загоди перетаскай. Да я. Митька, ты совсем едешь? А ты думала? А я сегодня видела двое, такие как ты, на пулеметной тачанке. Кругом у них пули, бомбы. Со звездами! Настоящие герои! Так и я. И мы со Стасиком. Подумаешь, задача. И тоже пулеметчиками. А как же? А! Урка! Что? Бегут, Паша, собирайте свои бананы! Подержи. А ну, кто такие? А ну, ай, мама! Ай, мама! У них еще тут бан был.
Заворачивай! Прощай, Людка! Прощай! Ну как? Скоро там? Готово! Давай! Товарищ командир, нельзя ли у вас патронов? Нам здесь хотя бы для начала. У нас самих, дорогой товарищ, патронов маловато. При немцах партизанил? Значит, знаешь, как добыть. Занят имение вполне пригодным для нашего полка. Ваш кабинет готов. Благодарю. Распорядитесь принести мне вещи. Эй, дядя Ножку! Оглохли, что ли? Это что еще здесь за чучело? Ну? Что тебе здесь надо? Сережа, иди сюда. Пусть пан полковник не сердится. Он только хотел взять свои рисунки. Поляк? Да. Из какой местности? Из-под Львова. Что? Выходит, и беженец? Ну, так теперь ты сможешь домой возвратиться. У меня там нет дома. Где же мы теперь будем жить, пан полковник? Это уже не мое дело. О чем он говорил? За родину. Так я туда и поеду. Вы что здесь? Плеть скорее. Давай, давай. Милька, забирай вещи. Ну так и знал. Давай жить. Вот мы и дома. Я хотела поговорить с вами. Неужели вы выбросите детей на улицу? И гимназисты какие? У меня вчера разве не грибанули муки полную бричку? Хорошо, что назад вырвал.
Просечня! Распустила коммуния! Такие хоромы, на все готовенькое. А в батраки? Что, не нравится? Что же молчите? Молчат, недовольны. Ступайте! Чтоб завтра мужички мне все вернули, да зернышко! Я с ними расплачусь, за все расплачусь, прошу вас. Убрать их. Пошли. Ребята! Девайте это раскладывай! Все равно завтра выгонят! Переночевать только позволим! Куда же мы пойдем? Где жить будем? Куда вещи? Давай им завтра! Стой! Кто из вас командир? Мы все командиры. Пан Сотник, развяжите им языки. Может, она поможет? Чем она поможет? Только разволнуется. Ведут. Побежал.
Подождите, там стреляют. Ну, подождите. Стоишь, ваше. Свой напугал, один тоже такой. Остальные. Нож, на мушку не возьмешь. Нужно кругового песка. По корням. Теперь вас здесь никто не найдет. Во дворе искать не буду. Верхом поскакали. Еще кто убежал? Еще один. Я слышал, как поляки ругались. Что, больно? Где? Ой, смотри. Ого. Так как из вас вся кровь утерет. Будет. А утром что утром? Выселяют нас утром. Вот дела. Меня губит. Это моя родненькая. Она ничего не брала. А где же наши коровы? Веди. Нет? Ничего, они вернутся. Трогай, ну. Поехали. Ребята, не отставайте. Подождите! Эдмира, подождите! Это что еще? Кто позволил? Это наши кролики, мы их сами кормили. Сами? Не так, это наши. И хитрый какой. Фаран! А ты? Ну! Мить, тебе не страшно? А как же дядя командир без нас будет? Идем. Над кое вам за пользование валами штраф 500 гривен. Вряд ли он заплатит. Отработает на бураках. Следующий. Добрый день. А вам чего? Мы к вам наниматься. Вот как.
Много мне тут наработает. Гони их за ворота. Дядя, ну мы хорошо работаем. Верховоды. Так то ж совсем не мы. Вот увидите, как работать будем. А почему это вам именно ко мне захотелось? Будто не знаете. Потому что вы настоящий пан, не то что те. А, польский хлоп умеет уважать свое пан. Пан, Бережной, примите, мы будем хорошо работать. Примите, вот посмотрите, мы все умеем. Присмотри-ка за этим говорливым. Есть. Бери, ребят. Разбросник это цепь. Поля, такую землю и так варварски засеяли, прошу вас, без присмотра, без обработки, ужасно. Пулеметчик! Халуй, пан, вот кто ты! Куда пошли? Эх ты, казак, хлестнул бы я кнутом хорошенько, садись. Поезжай. Ври больше, чтоб Митька и выдумает такое. Не веришь? Вот чтоб мне с места не сойти. И Стаска там. Ребята, что же это? Вот тебе никто. А еще в Красную армию. Ленту красную нацепил. Ну, погоди. Алянка! Скорей! Замахивала. Где? В хате, скорей! Ребята, слушай. Хозяйка пришла. Что ж у вас дома никого нет? А дверь открыта. Где отец? Нам кузницу нужно. Ну чего же ты глупая, не бойся. Отродье. Скорее.
пригодится, и себя не забывать. Чего ты радуешься, дурной? На, дядя Гриша. Еще есть, на. Еще. Собирай скорее. Голова отвалилась. Представь ее. О, некрасиво будет. Чего, сойдет? Господа, разрешите поднять этот бокал? Что? Черт возьми! Что случилось? Эшелон с хлебом разбили в щепы. Что такое? Партизаны появились на лесу. Целый поезд под откос. Пустили. Нужно сообщить дяде Грише. Добрый вечер. Здравствуйте. Здорово, ребята. Ну, дела. Партизаны в лесу объявились. Ну? Эшелон один уже к черту. Шапчики такой тарарам подняли. Мы с Митькой тоже. Шелончик у них перехватили. Зря это, ребята. Хотите, чтобы вас поймали? Вам, дядя, поправляться надо. И поскорей. Теперь уже есть куда вас выхватить отсюда. К партизанам. Партизанам, говоришь? А... Нога. Ничего, заживет. Ты только ешь и побольше. Ну, а пока заживет, нужно, ребятки, и здесь недаром просидеть. Если бы к партизанам, а то что здесь? Здесь? Под самым носом у штаба? Ого! А ты говоришь, что мы здесь? Мы тоже здесь, ребята, как в разведке. Нужно остро ухо держать. И только узнаете что? Сейчас же к партизанам. А как же к ним? Нужно найти. Вот вам и будет боевая задача. Взрослых на деревне никого не знаете? Чтоб свой человек. Дядя Иван, Алян Кернотец, он здесь в кузнице работает. К нему-то и нужно найти дорогу. Да мы сами. Подумаешь задачу, я все своих ребят на ноги поставлю. Ну, ребята, бросай все, боевая задача.
вам, если такое дело, боевая задача. Ну? Ну да. Пойду себе в халы их пану. Да вот только не знали, какая цена. О, подходящие. Харчи, а у придачи и тарелки после пана вылизывать. Спросил у него. Ты что сказал? Это ты у Гайдамаха научился за грудки хватать? А ну подойди, а ну! Проезжай, проезжай, сынок, я здесь колесо поправлю. А может, я хочу знать, сколько мне еще лет жить осталось? Ну и чудной вы, дед. И конь у вас чудернацкий. Чудной, так смейся. Да я вижу, тебе не до смеху. В каком это ты бою побывал? В каком там бою? Это я только в разведке. Диду, а скажите, можно с вами по правде? По правде? А чего ж нельзя? Как бы мне партизан найти? Партизан? А зачем тебе партизаны? Да так, нужно. Хочу поступить к ним. Нет, не знаю. Да и кто их знает? Они как ветер, они везде. Да и партизан из тебя неважный. Неважный? Хотел бы я видеть, какой это вы были в мои лета. Ворон гоняли. Да, бывало всякое. Оно-то и видно. Вот так отчитал. Ну, эти уже не дадут себе в кашу наплевать. Здорово, отец. Берегись, сынок. Но... Брось горевать!
Давай скорее кончим работу и двинем на село. Все, наверное, допытаемся. Пойди спроси. Я уже пробовал. В лес надо идти. Искать, пока не найдем. И шурбов, фонаря. А ну, хлопцы, скорей! Знаю, ты не сам в партизанском отряде, а про командира сказал. Ну, конечно, ух, он обрадовался, сказал, ну и молодцы же мы. Потом на гребле встретимся, там во всем всем уговоримся. Мы им еще такой нос покажем. Стой! Не с места! Отведите конюшню. Ага. Ну, милые, поехали. Давай. А ну, вылетай. Может быть, вспомнишь, где они? Давай еще! Господин полковник, красные подошли к месту. Thank you.
случилось? Вот бы дознаться. Два к телефону. К какому телефону? Забыл? И верно. Заходи. Это невероятно. Красный сделает это. Тогда, каким образом? Да, господин полковник, к сожалению, это прискорбный факт. Что он сказал? Красный сделает белую церковь. По сведениям главного штаба дивизия Красных намерена ночью форсировать реку Кутарабрад. Завтра захватить станцию Калиновку и тем самым закрыть нам единственный путь к отступлению. Это невозможно! Ведь это мешок для целой армии. Да, господин полковник, действительно мешок. Красные заняли Белую церковь. Значит, линия фронта наших продвинулась вот так. Теперь, говоришь, наши хотят пробраться к хутору Бродки. И захватить Калиновку. И захватить Калиновку. Пан полковник не ошибся. Это настоящий мешок. Вы понимаете, ребятки, что это значит? Амба поляка. Но они, дети Гриша, будут защищаться. Конечно. Вот что, ребята, наша задача, не знаю, как вам объяснить, чтобы понятно было. Да мы все понимаем. Вот если сбить этот дивизион, у поляков не будет защиты. Это должны сделать партизаны. Тогда красные войска свободно переправятся, и полякам крышка. Сарай к морозу никак нельзя. Кругом часовые. Мы уже думали, аж в голове тесто стало. С ребятами говорил? Не договорились. Вот посмотрите. Кто это тебя? Дядя Гриша, какие мы им халуи? Мы ведь упали нарочно. Это Василька все со своими. Ну ничего, мы им еще таких частей зададим. Вот тина, за что? Ведь они не знали, что вы нарочно. Но вы ведь сказали, чтобы никому. Правильно. И не нужно было. А вот теперь ребята-то выходят крепко свои. Что ты на это, Митя? Я к ним не пойду. Пойдешь, если нужно будет. Да навряд ли они знают, что. Вот солянкой попробуй. Понял, Митя? Понял, дядя Гриша. Говори, что ты знаешь про отца? Садись. Хочешь завтра увидеться с ним? Хочу. Ну так что? Скажи, где он сейчас и как его можно найти. Пусти, хоть дурной да хитрый. Сиди, сама дура. Это не мне, а командиру нужно. Какому командиру? Какому? А ты никому не скажешь? Ну смотри.
Еще и теперь не веришь? Нет, пока сама не увижу. Вот морока мне с тобой. Как же я проведу тебя среди белого дня? Зачем сюда? Полезай обратно. Тебе жалко, хозяин какой. Катай, катай. Вот постой, постой, мы тебе еще фонари наставим. Подождите, подождите, всем хватит. Дядя, тебе все время в этой халабуде. Ну и ребята, не могли лучше устроить. Ты бы лучше устроила. Ты, Алянка, ребят не упрекай. Если бы не они. Дядя, а вы большевик? Вот нашла время для расспросов. Большевик. И мой отец большевик. А где же он? Я не знаю. Как? Так зачем же я привел тебя туда-сюда? А разве я сказала, что знаю где? К ним только через деда можно. А где же этот дед? А, где вы были раньше? Тетя Нина сегодня утром ушла к нему. Это далеко, но ничего, я покажу дорогу. Пейте, пейте водичку. А, какой ты грязный. Сейчас мы тебя помоем. Носик, носик, вот так носик. И лапки тоже. А, куда ты? Остальное расскажешь сам. Ну, ребята, час добрый. Тревога. Только и знаете гонять по целым дням. Кони до сих пор не напоены. Где этот обормот? Я здесь. Ну, хлодари, марш сейчас к лошадям. Я вам покажу, я вам. О, Алянка, ты зачем сюда? Один. Молчи, дурень.
Надя, а я вас знаю. Вы у нас были во дворе. Слушай, еще же. Вот такой малый. Я за ним к окошку слышу шепот. Леша Бранко, давай твоих. За мной. Хочешь сказать, но лошадь показывает. Вот посмотри. Не плачь коню надо мною, бежи коню дорогой. Бежи коню дорогой. Дай, он же деду. Держи. На, я здесь останусь. Езжай ты. Он доведет. Так догадаются. Бросай повод. Пугни его, пусть сам побежит. Стой, стой, стой! Нет, коня давай не возвращайся. Знаешь? Знаю. Кто она такая? Кто? Полянка. А это кто? Один дядя. Кто же он такой? Хитрые какие. Один шипец сказал, что он большевик. Не шипайся, будто я сам не знаю, что говорить. Ну, так кто тебя посылал к нему? Никто. Я сама. А куда учителька ушла? Не знаю. А вот мальчик знает. Ну? Конечно, знаю. За картошкой. Три мешка купила. Сама сказала. Как ты узнала о нем? Ну? Как вы думаете, кто бы мог из дворовых? Как насчет ребят? Ребят?
Я вот смотрю на девчонку. А дай-ка сюда Митьку. А ну, узнавай. Это не та, что халуем назвала тебя тогда? А что? Может, не халуй? Выследил все-таки. Ну да, халуй. Жалко ему кроликов. Что? Идем! Погоди, погоди. Постой, постой. Давай. Иди. Полковник, убрать. Будьте готовы к эвакуации. Так значит, снова бежать? Еду без передай нашим. Не плачь, старая, живой он, живой. Ну чего ты беспокоишь?
Отверни штанину. Толь, а может, лучше всем и подвернем? Больше будем похожи. Все правые. И верно. Давай. Нужно успеть до смены караула. Могут часовых добавить. Главное, чтоб пулемет не забрали. Добрый вечер. Проходи, проходи. Чего застыли? Готовьте сено. Ну что ж, хлопцы, приказ ревкома. Приказ нужно выполнить. Трудно сейчас захватить мост. Это надо сделать. Готов, отряд. Есть! Дядя Иван! Дядя Иван! Стас? Дядя Иван! Дядя командир! Может быть, еще не поздно! Наступай! Давай скорее! Ты что, сам не умеешь? Помогите!
ребята, подходи. Ну, вот вернулись. Мы знали, что так будет. Дали. Давай. Ну, теперь заживете. Заживем. Ну что, Стасик, немного легче? Легче. Выздоравливай. Ишман и ребята все тут, дома. Вот точно, как ты в подвале об этом мечтал. Товарищ командир, полк подходит. Слышу, давай. Есть. А ну-ну, покажитесь. Никому не отдавай, я скоро поправлю. Только кликни, мы всегда готовы. Готовы. Ну, ребята, до свидания. Растите смелыми, отважными, до последней капли крови, преданными нашей Родине. Еще встретимся с вами. Будут еще бои. Будем мы с вами бороться со всеми врагами, которые только посмеют на нашу землю сунуться. Митька, едешь? А ты думала? Прощай, Митька. Прощай, прощай. Эх, Алянка, и почему ты не с нами? Ничего. Ничего.